пожалуй, все готовы. Давайте начинать, друзья мои. Итак, первый участник, первый ведущий, которого мы пригласим на эту сцену. Виталий Шумейко, камеди-ведущий, ваш проводник в мир идеального праздника. Встречайте, Виталий Шумейко. Уважаемый Молдашум, ваш корабль любви отправляется в долгое плавание. Дорогие друзья, сегодня такого не будет, поэтому Нивки Холл, давайте немножечко пошумим. Давайте больше шума. Добрый вечер, дамы и господа. Проверяю микрофон, раз-два. Я обычный парень из Кривого Рога. Обо мне вы знаете немного. Нивки Холл здесь, Нивки Холл с нами. Я хочу, чтобы вы двигали руками. Расскажу сейчас вам о себе. 6 лет КВНа во мне. Камеди Баттл, рассмеши комика. Могу поднять даже маленького слоника. Креатив и юмор, говорю вам да. Поверьте на слово, я не тамада. Воспринимай ведущего всерьез. Тамада не решает вопрос. Яйцо, карандаш, огромный начес. Открывает рот, стихотворный чёс. Я не тамада, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тамады нет, значит супер банкет. Е! Я не тамада, и ты скажешь мне да. И ты скажешь мне да. Тамады нет, значит супер банкет. Е! Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое всем, кто сегодня со мной качал, кто мне аплодировал. Вам говорят рэперским языком огромный респект. А те, кто был более сдержан, может выплеснуть свои аплодисменты на моем следующем выступлении. С вами был Шумейко Виталий. До новых встреч! Уложился во время. Человек мастерски вкладывается во время, да. Все сделано. Ну, я думаю, что оценочки на жюри тоже поставили. Мы сейчас должны дотикать время. Да, жюри, вы не забывайте, пожалуйста, ставить оценки после каждого ведущего, конкурсанта.